Может быть, у нас остается 20 минут. Может, есть у вас какие-то вопросы? Еще? У меня вопросы есть, которые поступали от многих как бы людей, от моих пациентов, просто знакомых, которым я предлагала использовать продукт. Откуда и где компания Rain берет такое количество сырья качественного и как происходит контроль для производства таких больших объемов, собственно говоря, продукта? Вот отличный вопрос. Yeah, the question was that is many people are actually asking where Rain company gets all those raw materials, this huge amount of seeds, how the quality control goes, and how are you keeping up with the demand? So at the manufacturing plant, we source those materials from all over the world, and we find the most organic, non-GMO, pure natural ingredients we can find, because what happens when you make a product and there's a million people you can source them from? So that's what we've done, which is why I know these are the best products. These products are very expensive to make. A lot of manufacturers are trying to duplicate our formulas, but they're not sourcing the ingredients or making them the same way. So the answer to that is we get them from the number one place, top place we can find them in the world. Translate, so yeah. Переводи, я буду немножко останавливать, Кристина. Да, спасибо. Кристина сказала, что они свои семена закупают в нескольких... У них была возможность протестировать из нескольких источников сырые эти продукты. Они выбирают из них наиболее чистые, наиболее органические, которые не содержат, естественно, никакого ГМО, никаких токсинов. И они работают вот таким образом с наилучшими, те, которые... показали наилучшие результаты в этом отборе и в тестировании. И она также сказала, что многие производители пытаются воспроизвести содержимое вот этих пакетиков, да, воспроизвести эти формулы, но ни у кого не получается, потому что ни у кого нет такого процесса, как у компании Rain. Да, это правда. Я была на производстве, я видела... Я, кстати, видела уже очень много заводов, которые производят разные биодобавки, в том числе и полезное питание. И до сих пор среди всех этих заводов разных стран, и американских, и европейских, завод, на котором производит Rain, на первом месте по чистоте, по научному подходу. Я очень впечатлена. Можешь, кстати, перевести? Обязательно. Марина just shared her experience, how she visited your manufacturing facilities and how she was impressed with the cleanness and the control and the whole process, how it's organized and controlled, and how well you are doing that. Yes. Yeah, I do a lot of the formulations now at Harvard, but then we manufacture them at this manufacturing plant because I still use the nanobiotechnology lab at Harvard and still do the nanobiotechnology classes. So working on some of the formulas, but then sending them to the manufacturer so that they can produce them correctly is the key to really making the best ingredients. Кристина сказала, что все формулы, которые они создают вот в этой биотехнологической лаборатории в Гарварде, она вот лично участвует в этом процессе, они затем посылают на производственные мощности, где потом они создаются, смешиваются, и затем этот процесс контролируется, опять же, в лаборатории. И что вот эта связка, это как раз и есть ключ к высокому качеству постоянному, которое компания Rain и показывает на рынке. Thank you.